Ну вот, мажилисмены сегодня одобрили еще один законопроект о грядущей амнистии, разработанный по поручению Касым-Жомарта Токаева. Около 1000 осужденных выйдут на свободу в честь юбилея независимости страны. Проявлением доброй воли со стороны государства смогут воспользоваться лишь те, кто совершил не особо тяжкие преступления. В первую очередь под амнистию попадут ветераны, пожилые, а также инвалиды первой и второй группы. Уже в кулуарах зампредседателя КУИС объяснил, смогут ли воспользоваться досрочным освобождением коррупционеры. Здесь не разделяется по категориям, это коррупционер или обычный человек. Там идет по тяжести, не применяется амнистия, совершившие преступление против половой неприкосновенности, против совершившие экстремистские террористические преступления при особо рецидиве. Тяжкие, особо тяжкие преступления.